стою. Да, расскажи про впечатление, то есть какое участие принимаешь уже в Кубке президента? Вчера было три вида программы, это прям вообще такой насыщенный тяжелый день был. Я тут был практически с 8 утра до 8 вечера и настолько нагонялся, что спал младенческим сном. Вот сегодня будет все полегче, начиная только во второй половине, и будет два финала. Четверка 500 и 3 километра одиночка. Собственно, вот осталось это прогнаться и все, заканчиваем гонки. Какие впечатления вообще про Кубок? В этом году мы голодные до стартов, и очень не хватает, конечно, соревнований. Вот чемпионат России прошел, и вот Кубок президента. Не знаем, будет ли какое-то там дальше продолжение сезона. Очень надеемся, что мы еще погоняемся. Поэтому каждое соревнование как праздник, а Кубок России так тем более. А расскажи, что самое главное в каноэ, там баланс, силы, что там? Я немножко там неправильно сказал, Кубок России, Кубок президента России, да, Кубка России, к сожалению, у нас в этом году не было. А насчет самого главного, тут и баланс, и сила, но баланс нарабатывается в детстве, вот, и проблемы с балансом у нас бывают только тогда, когда есть сильная болтанка. Вот в прошлом году Кубок президента отчасти проходил на Москва-реке, вот там прям баланс очень был важен. Здесь мы в основном выезжаем за счет выносливости, скорости и скоростной выносливости. Отлично. И расскажи, сейчас у тебя будет впереди финал, как ты настроен боевой дух? Сейчас покушаем, пообедаем, плотно не будем, конечно, остается не так много времени. И вот ребята прогонятся, наши напарники, одиночки свои, и настроим четверку и пойдем бомбить. Да, есть какая-то веселая история, вот, допустим, Юра Пострига, он когда плыл, у него была уточка, он ее спас, проиграл. У тебя есть какая-то такая по типу веселой истории? Ого! Ну, прям такого не было, к сожалению. Такого вроде, да? Да.